Выставка памяти ангарского художника-любителя Николая Максимова открылась накануне в выставочном зале Ангарского городского музея. Сибирский мастер не дожил до своего 75-летия совсем немного. Его не стало в апреле прошлого года. После себя художник и скульптор оставил более 1000 работ. В его пейзажах природа Байкала, Аршана, Китоя и Ангары. С 14 лет Николай Максимов занимался чеканкой, резьбой по дереву и корневой скульптурой. Начал зарабатывать на своем искусстве только когда вышел на пенсию. До этого многие работы дарил. И вот он все вкладывал, всю душу, любовь, любил очень природу. И вот хотел на картинах показать, какая она у нас красивая, донести до людей всю красоту. Мастерская была дома. Выделена комната, он ее оборудовал. Все, она была у нас светлая, подготовленная. На этой экспозиции родственники Николая Максимова представили 14 картин, 10 скульптур и 7 публикаций об авторе в журналах и газетах. Многие работы художника находятся в частных коллекциях россиян, а также ценителей из Германии, Украины, Средней Азии и Японии.